охраной особо охраняемой природной территории на протяжении многих лет ведется научно-исследовательская деятельность. Эта природная территория — это наше наследие, и в то же время красота и уникальность данного места привлекает все больше и больше количество людей. Отдыхающие туристы устраивают на территории заказника стоянки, оставляют мусор, жгут костры, и это является грубым нарушением режима охраны данной особо охраняемой природной территории. А в то же время эта экосистема очень уязвима, и любое антропогенное вмешательство будет для нее губительным. Также детям и нашей инициативной группе приходится убирать стоянки и убирать оставленный мусор, который оставляют взрослые. Это совершенно неприемлемая ситуация в целом, и мы собираемся бороться с ней совместно с правоохранительными органами и лесной охраной. Мы будем осуществлять рейды по данной территории с целью выявления